В общем, приехал я. Это оказался университет. Здесь очень красиво. Я сейчас пытаюсь найти место, где можно припарковаться. Потому что... Ну вот здесь вроде бы нашел парковку. Хочу дойти. Здесь есть озеро, красивое озеро. И хочу дойти до туда, прогуляться немножко. У меня еще есть время. Вот. Так, все зелененько здесь. Красивый вид открывается. Сейчас. В общем, вот эта вот территория университета. Вот здесь типа церквушки такой. Сейчас еще прохладно, поэтому я хочу одеть перчатки. Потому что руки замерзли. Там кампус. А там слева можно увидеть озеро. В ту сторону я хочу сходить. Может быть, получится, обойду вокруг. Университета. Вот. У нас еще время есть. Время только 9 час. Такая осень, листья. Тишина такая. Здесь вот получается с правой стороны спортивная площадка, где футбол играют. В каждом университете есть своя охрана. Свой security. Вот площадка. Университет называется Буэна Виста. Сейчас я пройду. Озеро, кстати, видно, что большое. Тут машина охраны. А вот поле. Опс. Hi, how are you? Есть же такие маленькие эти. Транспортные средства, я не знаю, как это назвать, которые собирают мусор, очищают снег, то есть сотрудники. Ну вот поле по американскому футболу. Вот этот вот кампус красного цвета. Я понимаю, что для России американский футбол — это немножко что-то такое, как сказать, диковинное. Вот, но везде, в любой команде, в любом университете здесь в США есть команда по американскому футболу. Это у них вот просто по баскетболу, по бейсболу. И другие тренажеры у них есть,
которые имитируют игроков противника, и игроки защиты должны как бы толкаться. Их задача как не дать возможность даже нападающим другой команды завалить ихнего квотербека. Вот такой вот. Трибуны. Гостевая трибуна вот с левой стороны, перед нами, а вон там трибуна команды хозяев. Обычно так они делают. Американский флаг. Я не знаю, я знаю, что профессиональные футбольные лиги, у них перед началом игры всегда играет гимн. Да, они как бы гимн играют, даже там самолет летает. А здесь вот я не знаю, как в колледжах, в университетах. Есть у них что-то подобное или нет? По идее, что-то должно быть. Я никогда не был на игре колледжской команды, потому что мне как-то так это особо не интересно. Я не сильно люблю колледжи футбол. Вот. А так, конечно, я понимаю, что американцы, которые живут, которые родились здесь, да, то есть, но в Америке, имею в виду, то у них, конечно, все это привито, и я знаю, что даже некоторые люди, сам лично знаю, что они больше любят колледж футбол, чем профессиональную лигу. Золотая пора, осень. Ну что, давайте я тогда, когда подойду к озеру, тогда еще включусь. Полное название университета. А вот по ходу дела ихний символ. Такой с двумя зубами. Похоже на зайца, но это не заяц. Можно обратить внимание, что дорожки все чистые, хорошего качества, опять же. Ну что, я подхожу, я слышал, слышите? А, перебил я. Звуки часы били. Не знаю, сколько часов они там, 9 часов отмечали или сколько. Но вот я подхожу к озеру. Американский флаг. Кстати, здесь поле, оно предназначено как для игры в сокер, футбол европейский, так и в американский футбол. На берегу можно увидеть такую, как бы, столик для пикника есть. Мангалы даже есть, я вижу. Сейчас, наверное, уже прохладно здесь, то есть, а летом, наверное, здесь очень много народу. Отдыхали, проводили хорошо время. И смотрите, хочу еще показать вам. Вот эта вот лавочка, она в память о Бесс Роуз Варфорд. Понял, что я не знаю, кто это такой. Но, по ходу дела, человек чем-то заслужил. Или, может быть, родственники вложились, какую-то денежку вложили в, не знаю, в этот стол.
Вот здесь я вижу какую-то фигурку. Сейчас пойдемте с вами посмотрим. Да, озеро видно большое. Чем ближе подхожу к озеру, тем больше начинает замерзать. Вот черный белка побежала. Потому что я в безрукавке в зимней. Но силуэт мальчика, поймавшего рыбу. Какое дерево красиво свисает. Вот такой вот силуэт. Вон озеро, можно увидеть, какое оно большое. Вот тут тоже какая-то табличка на мостике, точнее на этом. На столе. In love memory of Ruby Anna Turner from her family and friends. October 3rd, 1912. То есть она родилась в 2012 году, а умерла в июне 12 июня 2003 года. 91 год был человеку. То есть таким образом люди увековечивают. Может быть, это было любимое место ее, где она была, где она любила ходить, где любила гулять. В принципе, это не удивительно. Такая аллейка красивая. Вот. Озеро просто огроменное. Я не знаю, что-то там стоит в середине, но что это, я не знаю. Здесь жилые дома. Вот. И здесь док. Сюда, наверное, причаливают корабли. Надпись: опасно не бегать, не нырять, не прыгать с дока. Такая лавочка. То есть можно прийти здесь, провести какое хорошо время спокойно. Но летом, сейчас холодно. Да, громадное озеро. Вода, понятное дело, что холодная. Пробовать не будем. Я и так после болезни только отошел. Кстати, смотрю, еще много лавочек, которые с такими вот поминальными, ну, не поминальными, с дощечками. Ну, понятно, что их как бы эти дощечки поставили, может быть, люди спонсировали установку таких вот лавочек, и благодаря тому, что они спонсировали, можно было поставить свою
табличку любимую. Кстати, здесь вот дерево срублено. Вот я не знаю, люди, которые разбираются в деревьях, вот посмотрите, какая толщина у дерева. Amazing просто. Такая толщина. Вау. Какие корни. Кстати, я сейчас вот так вот я выгляжу. То есть я в зимней куртке. Вот в этой безрукавке я приехал сюда, в США. Но вот руки у меня, честно говоря, уже замерзли. Я вот с голыми руками я одел вот такие вот перчатки, которыми нужно ремонтировать машину, потому что свои перчатки зимние я оставил, как назло, в рюкзаке, а рюкзак выложил дома. Поэтому немножко прохладно. Вот такой вот вид с набережной на университет. Красиво, конечно, нечего сказать. Лето у нас здесь еще супер. Ну, пойду теперь попробую обойти эти сооружения. Небольшой вот этот вот блок. И посмотрю, что можно там еще снять. Здесь пока шел, увидел такое произведение искусств. Вот город с машиной. Две птицы сидят на стволе дерева. Но это не ствол дерева, это именно такое, как бы... Ну так оно все это дело выглядит. Ладно, чистят здесь дорогу. Ну а мы пойдемте дальше. Ну, в общем, здесь вот вход на стадион Питерсон Филд, то есть Питерсон, поле Питерсона. Вот здесь Central Bank. Те, кто, наверное, вложились в строительство. Вот здесь вот справа здание университета и слева тоже что-то. Что за здание, я не знаю. Field House. То есть, наверное, по ходу дела это этот крытый манеж. Вот такие здания. Whitehall. Зи-зи-зи. То есть, чем здесь занимаются, маркетинг и компьютерные какие-то технологии. Здесь даже написано. То есть, вот это животное, оно обучит вас маркетингу и компьютерным наукам. Вот, если захотите обучиться на эти профессии, то можете к нему обращаться. Так, ну что, пойдемте дальше гулять. В общем, гуляя по кампусу, как я и предполагал, вот эти вот Смит-Холл, вот здание вот это вот, это похоже на эти
на общежитие. Здесь учатся студенты, а вот там, вот на той стороне, там они обучаются. Здесь такие ворот красивые. Давайте поднимемся, посмотрим, что там за этими воротами. И здесь вот часовня. Причем в каждом университете, что в Омахе, что в Крейтоне, что в УНО, здесь часовни. Хорошо подстрижена лужайка, часовенька. Флаг, кстати, там какой-то колокол. Потом можно будет подойти посмотреть. Я не знаю, что символизируют эти ворота. Может быть, студенты знают, что это символизирует. Но такой вид открывается. Цветочки еще не застыли. Не замерзли, точнее. Пойдемте теперь к флагу и колоколу посмотрим. Начнем здесь вот такой колокол, флаг. А вот это вот Social Science and Art Hall. И там остальные дальше. В общем, если вы видите, здесь написано BN Western University. Ну, я не знаю историю этого университета, как и в принципе остальных. Вот. Ну, в общем, все аккуратненько, чистенько. И все рядышком. То есть студентам нужно пройти только, перейти такую небольшую дорожку, и они же попадают в учебное заведение. Кстати, такая луна. Если вы видите, видите. Вот. В общем, идем гулять дальше. В общем, это вся территория университета. Вот эти вот блоки. Вот здесь вот, чтобы не запутаться, можно найти вывеску со стрелками. Мне еще интересно, что вот эти за дома. Ну, за здания, похоже, делают тоже какие-то учебные. Суперское дерево. Желтое прям. Обожаю. Вот. А вон там, по-моему, уже где вот на следующем перекрестке, там уже заканчивается кампус. И там уже обычные дома стоят. А здесь все университет. Такие вот здания красивые. У меня автобус поехал. В общем, конечно, может быть, он не сравнится с каким-то омовскими, но я думаю, что здесь не такое дорогое образование. Можно, конечно, проверить по интернету и узнать, сколько здесь все стоит обучение и на какие профессии здесь можно выучиться. Ладно, это пока продолжим дальше снимать.